Удостоверение кандидату в депутаты законодательного собрания Свердловской области Михаилу Зуеву вручил на общезаводской оперативке Северского трубного завода Александр Ковалев, руководитель Полевского отделения партии «Единая Россия». Он сделал это по поручению Елены Чечуновой, руководителя Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». При этом Михаил Зуев не является членом партии. Он активный участник Народного фронта. Михаил Васильевич работал над проектом «Народная программа по городу Полевскому», поддерживал инициативы полевчан, которые хотят участвовать в жизни города и стать участниками всех позитивных перемен.